Всем привет! У нас новая серия «На ничьей земле». Серия у нас уже 40-я. Так, смотрите, я тут попросил Егора пригнать, точнее, попросил Егора, я сам пригнал эту машину, фуру туда, к теплицам. Тут мне предложили подзаработать, сказали 20% дадут с продажи при условии, что я загружу все поддоны там с клубникой, с помидорами и с капустой. И нужно их съездить продать. За аренду у меня ушло порядка 7 тысяч долларов 150. Это мне вошло в аренду сама фура. Только я еще за нее не рассчитался, правда. Плюс я взял еще мини-погрузчик, ну и прицеп к мини-погрузчику. Вот, сейчас туда съездим, продадим наши яйца к Виталику. Там у него сейчас самая лучшая цена. Ну, она вообще, как бы, в принципе, так себе, не очень-то и лучшая, но, по крайней мере, лучшая из того, что есть. Загрузим сейчас сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. В принципе, прицепик такой удобненький получился. Он загружается так ловко. Ну, еще ряд, наверное, станет. Это, наверное, все. А не, может, еще влезет. Давай попробуем. Что ли, давай попробуем его сверху поставить. А, ну он даже вот так вот становится. Ну ладно, пусть так будет. Вот, сейчас тогда поедем к Виталику, продадим все эти яйца. Так, ручник снять. Ну, как видите, снега так у нас и нету до сих пор. Метет, вроде метет, но никаких сугробов. Так что зима здесь такая, лайтовая. Ну и да ладно. В принципе, нам с этим снегом потом возюкаться еще. Потому что здесь, если уже наметет, то наметет серьезно. Пришлось бы, наверное, брать какую-то снегоуборочную машину, соль брать, все это убирать. А так нормально. Метет и метет. Пусть метет. Так, сюда. Едем продавать. Где-то здесь идет продажа, да? Такой вопрос, как это все у нас произойдет? Автоматически, я надеюсь. А, ну да, автоматически пошел процесс. Интересно, сколько мы заработаем с них. Даже учитывая, что у нас цена не максимальная. 23 тысячи. Слушай, ну отлично, а? Это неплохо.
цена в два раза дешевле, чем максимальная могла бы быть. То есть сейчас там по 2800 покупают, а максимальная там 4 с копейками была в этом году. Но это было в ноябре, я немножко прозевал, честно говоря. Ну да ладно, там до этого было много чем заняться. Так, сейчас я тогда пока что этот свой прицеп оставлю здесь на магазине и подцеплю прицеп с мини-погрузчиком. Вот, взял такой вот. Надеюсь, я там смогу развернуться, потому что, если помните, там места очень мало. Так, давай вот так вот аккуратненько здесь поставим его. Отцепим, а этот прицепим. Да, плохо, конечно, что у него нету подставочки никакой. Кстати, можно было бы в следующий раз поставить этот прицеп ближе к курятнику, и оно бы автоматически загружалось. Так. Отлично. Едем. Едем загружать. Полям все нормально, сейчас там уже все удобрено. Единственное, что я хочу еще вот перед, ну точнее не перед даже, а весной конкретно уже. Опачки, нифига себе, а что тут поставили такое? Ё-моё. Штрафака дали за... Это что, камера была что ли? Точно. А, вон и гаёвые стоят. Блин, ну... И насколько там камера, мне интересно. 800 долларов списали штрафа. Хити твою жну. Вот, блин. Я даже не видел, там и знака не было. Да уж. Хотел свой лук еще перепахать и конкретно посадить там траву, потому что там, ну, трава не посажена. И урожайность так себе дает. А хочу перепахать и высадить травы, чтобы была урожайность больше. Ну, это весной уже сделаем. Пока февраль. Сейчас вот займемся продажей вот этих тепличных всех дел. Не знаю, конечно, отобьется мне аренда или не отобьется. Можно было к Киору заехать еще рассчитаться. Ну ладно, я загружусь, потом заеду, рассчитаюсь. 7000 отдам ему за аренду. Ой, точнее, не 7, 5000. Да, точно, 7 это у меня общее. Так. Вроде чисто. Так, ну я, наверное, туда заезжать не буду, разгружу погрузчик где-нибудь здесь, на дороге. Вот так на аварийку станем здесь. Все. Потому что там и так фура, не проехать. Такой не холод взял. В принципе, он должен быть маневренный. Думаю, справится. Разворачивается практически на месте. Я надеюсь, потом фура хоть выйдет отсюда. Есть такие ухабы. Так, а она же не расчехленная еще, да? Так, ну сзади туда нет смысла расчехлять. Надо боковину расчехлять. Так, отлично. Давай попробуем
Сколько поддонов, интересно, сразу смогу. Два смогу. Не перевесит ли его? Так, надо сразу ширину подобрать, хотя нормальная ширина. Ну что, 4 поднимает? Не, 4 многовато. Немножко назад. Так, вроде держит. Давай попробуем. Ух ты ж. Да, тут, конечно, ямы такие. Не лучшее место для погрузки. Ну, за, как говорится, за простое, простую погрузку нам бы и не давали 20% от прибыли. Так, ну, нормально, в принципе. Мы его... Стоп. Пускай. Мы его сейчас вот так вот подвинем. Туда. Оп. Отлично. Так. Да, тут, конечно, такой хопчик серьезный. Так, ну что, я тогда предлагаю все это под музычку быстренько сейчас сделать. Ну, если получится. Максимально быстро. Так. Давай. Что-то он не поднимает. О, давай. Гидравлика не всегда срабатывает с первого раза. Так. Стоп. Даже надо правее немножко. Да, но это тут, конечно, будет тяжеловато. Там дальше полегче. Не будет такого ухапчика. Так. Отличненько. Давай закрепим. Ну что, поехали тогда. From the rest of the room, I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. Life is a nuisance, tie up some loose ends.
I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never. Так, сейчас мы тогда это закрываем. А, стоп, я же не закрепил. Ё-моё. Этот и вот этот. Так, у меня еще осталось тут два поддона с помидорами. Их нужно поставить в конец, вот сюда. Сейчас я немножко попробую отъехать. Так, я понял. Закрываем эту часть. Нужно сейчас проехать немножко вперед. Стоп. Стоп. Аккуратненько. Опа. Ну давай, в принципе, мы сейчас ровненько станем. Так. Вот, отлично. И откроем заднюю часть. Так, ручник. Отлично. Сейчас сюда я просто поставил их так, разделил. Потому что не знаю еще, куда ехать продавать. Может, надо будет в разные места, чтобы, как говорится, с меня не срезали то, что не нужно. Так. Погрузчик вроде ничего, но единственное, что вес у него маловат. Перевешивает. Два поддона перевешивает. То есть, если по одному брать, то нормально. А вот два поддона немножко тяжеловато ему. Ух ты! Что-то такое произошло. Ну, ладно. Так. Ничего страшного. Все, тогда погрузчик пока оставляем здесь. Я потом за ним вернусь. Нужно еще как-то сейчас выкрутить фуру отсюда. Так, закрываем. В принципе, урожай не маленький получился. Так, ручник спустить. Так, надеюсь, не застрянем. Нормально. Сейчас тогда посмотрю, куда это все везти, и поедем продавать. Так, меня тут еще попросили убрать машину с дороги. Загнал пока во двор. Все, посмотрел. Короче, все нормально. Салат и помидоры мы сейчас везем на базар. Это тот магазин, если помните, где мы постоянно тарились. Так, снять ручник. Вот, а клубнику, единственное, что клубнику нужно отдельно свести, ее нужно будет свести к Витале. У него пока что наилучшая цена. В принципе, сейчас, кстати, по ценнику нормально. То есть в феврале можно продавать салат и клубнику. То есть, ну, лучше, конечно, это все в январе продавать. Но, в принципе, то есть более-менее сейчас даже тоже. То есть цена начала падать, но пока что незначительно. Так что нормально заработаем, я думаю.
Ну и посмотрим. О, сейчас как раз заеду к Егору, считаю за фуру. Так. Да, рассчитаемся за фуру, чтобы более-менее понимать, сколько мы заработаем. Ну и отобьем ли мы вообще всю эту аренду. 20%, в принципе, это не так много. Так, я пока здесь тормозну. Стой. На аварийку. Пойду рассчитаюсь. Сейчас вернусь. Я быстро. Так, рассчитали. 162 300 на счету. Так. Ну что, едем сейчас на базар. Продаем салат и помидоры. Фура классная, конечно, у Егора. Мальчик этот вообще чётенький такой. Так, ну, в принципе, оно рядышком. Наверное, задом придется сдавать. Надо еще посмотреть, где у нас эти помидоры, с какой стороны. Так, давай-ка мы сразу расчехлим, проверим. Вот, блин. А у нас клубника-то с краю, да? А, нет, стоп, подожди, нам... Это у нас что? Это клубника. Клубнику мы повезем к Виталю. Нам надо помидоры сейчас выгрузить. И салат, да? Так, ну что, будем пробовать как-то сейчас все это. Потому что, ну, в принципе, на базаре-то принимают все. Но нам все не надо. Нам надо только то, что надо. Так, сейчас поймать триггер, где оно начнет продаваться. Оп, пошло. Помидорки пошли. Ну да, в принципе, тут особо-то и небольшой приход от них. Оп, стоп. Сейчас эти поддончики уйдут. И еще чуть-чуть взад. О, пошли оставшиеся. Так, ставим на ручник. Так, а эти я тогда сейчас вручную скину быстренько и поедем продавать клубнику. Я думаю, самый большой заработок будет с клубники. Вообще с помидоров вообще какие-то понты. Хотя, может, и с салата. Ну, проверим. Так, продал я салат, продал помидор. Так, здесь главное не гнать, чтобы не попасть снова. Я даже не знаю, сколько здесь надо ехать, чтобы не попасть под камеру. За клубнику у меня получилось 8. Ой, за клубнику говорю. А, ну, стоп, за помидор 8 тысяч. Да. А за салат 11 200. Ну, пока что мы, в принципе, наверное, отбили аренду только погрузчика нашего с прицепом. А вот аренду фуры, я думаю, мы сможем отбить за счет клубники. Но это не точно. Сейчас будем проверять все это дело. Продаем клубничку.
Стоп. Пошел процесс. Смотрим, сколько мы с этого заработаем еще. Шесть сто всего лишь. 600. Что-то попахивает какой-то авантюрой на самом деле. 5000 отдал за аренду. 600, да? Да, как-то так себе. Так, что тогда? Зачехляемся, едем обратно, возвращаем фуру Егору. И поедем рассчитываться поставщику. Что ж, я тогда сейчас все это верну, ну и когда уже подсчитаю все, тогда уже встретимся и поделюсь своими впечатлениями, скажем так. Так, а здесь знак 30, ничего себе, а я там гнал, ого, я там 60 ехал. Да, нормально меня так размотали на этой камере. Пожарная станция. Все, тогда я тогда сейчас возвращаю фуру Егору, возвращаюсь туда на теплицы. Ну и будем рассчитываться. Делюсь результатами всей этой авантюры. Увидимся чуть позже. Так, рассчитался я с поставщиком. Короче, авантюрка так себе получилась. В итоге продали мы продукцию на 25 500, но из них 20% это 5 100 моих. А аренда, если помните, была 7 150. Так что на 2000 в минус мы. 2050 долларов, плюс еще штраф 850. Так себе денек, короче. Хорошо, что хоть яйца продали выгодно. Единственное, что из этого всего, как говорится, полезного я вынес, это то, что заниматься теплицами — такое еще себе занятие. Если уже ими заниматься, то лучше всего заниматься выращиванием капусты. Она больше всего, ну, салата, больше всего приносит денег. Вот такая вот была серия. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться. Всем пока. Я возвращаю технику и возвращаюсь на базу. Ждем весну. До новых встреч.